Всем приветики! Начинаем новый влог. Иду сейчас в магазин «Твой выбор», если он работает. Мне же Саша разбил стакан, я в предыдущем влоге рассказывала. Смотрела фикс прайс, стакан какой-то. Ничего не понравилось там. Ну и понятно, что из кружек там, из чашек пьем чай. Но воду просто я хочу пить со стакана. Из стакана, да. И он разбил, и поэтому я хочу купить себе какой-нибудь другой. Посмотрим, если магазин «Твой выбор» работает, там посуда. Ну, не только посуда, но в основном. Как бы там посмотрю, но учитывая, что уже 7 часов вечера, может быть закрыт. Честно, я не помню, сколько работает, ладно, неважно. А потом пойдем в универмаг. Там тоже в отдел посуды, он по-любому будет работать, что-нибудь вам обязательно покажу. Зашли мы в магазин «Твой выбор». Работает он до 8, хорошо. Что-нибудь посмотрим, что здесь есть. Так, ну кастрюли всякие такие вот мне не нужны. О, кувшинчик такой, как у нас стоит. Так, кстати, вот такая вот форма тоже покупала здесь, очень хорошая, вообще замечательная, 19 рублей стоит. О, форма, да, для запекания. Ну вот тут тоже всякие терки разные есть. Такие вот цены. Ну, это типа такой, знаете ли, магазин конфискат, но только типа. Цены тут совсем не низкие, по идее, типа у кого-то конфисковывают продукцию, которая такая левая. И должны продавать дешевле, но это не так. Продают совсем даже не дешевле. Так, это у нас что такое? Манежница бамбуковая. Так, тут и вещи есть даже, что-то косметика какая. Комплект из 6 стаканов, но это набор. Набор мне не нужен. Такие стаканчики. Рюмочки всякие. Мне вот такие вот рюмочки нравятся. Форма такая интересная. Ну вот типа такого стакана. Но мне что-то хочется цветной какой-то. 9 рублей 6 стаканов. Так, это что такое? Для пиццы, что ли? Блюдо какое-то. А, для подачи. Тарелочки. Такая обыкновенная белая тарелка. Тоже мне такие нравятся. 3,36. Вообще люблю белую посуду, мне нравится. Просто белая посуда. Так, ладно. Сковородки. 56 рублей такая сковородка. Что-то как-то стаканов тут особо-то нет. Кастрюли, кастрюли одни. Вот смотрите, такие вот кастрюли, да, сколько они стоят. Ну, набор, например, 100 рублей. Вот этот вот набор стоит. Или вот этот. Ну, может, кому-то нравится, в принципе, почему бы нет. Ну, вот такие вот кастрюли металлическая, с стеклянной крышкой. Стоит 38 рублей. С петушком кастрюля. Так. Ну вот с ручкой тоже. Ничего такая. 31 рубль она стоит. Набор. Нет, это не набор, они отдельно продаются. Побольше, поменьше. Так, что тут у нас? Разные комплекты бокалов. Вот такие вот. 12 рублей. Сколько здесь? Два бокала. 12 рублей. Так, набор стаканов. 40 рублей 6 штук. Вот, кстати, у меня же есть набор из стаканов-то. Ну, я же не хочу из набора брать. Мне надо один, который будет так вот просто стоять, да и все. Бокалы для мартини. 55 рублей. Сколько здесь? 6 штук. Очень нужная вещь, кстати. Это бокал для шампанского. Так, ну, часы пошли. Самые разные часы. 20 рублей, 30 рублей. Их здесь тоже очень много.
Смотрите, какие интересные чашки. 33 рубля стоят. Настенные с котиками. Так, ну ладно, дальше одежда. Ну вот здесь вот я обнаружила стаканы, которые не в наборе, а просто ну, такие вообще дешевенькие, самые разные. Ну, стакан и стакан, да, такой, скажем так, обыкновенный. Креманки. О, у меня такая креманка есть. 3 рубля. Сейчас мы зашли в универмаг. Он еще работает. Сразу сюда зайдем. Отдел посуды. И посмотрим, что у нас здесь есть. Фу, как заходишь куда-нибудь, жарко так вообще. Так, кружки какие-то. Нет, это не то. Фарфоровые. 17 рублей. Крышечки такие интересные. Так. Так, где мои стаканы? Нет моих стаканов, что-то. Ладно, давайте смотреть то, что есть. Я люблю посуду иной раз посмотреть. Смотрите, какие наборы появились. Подарочные 23 февраля. С надписями разными. Ничего, прикольные такие кружечки. Кружка с ложкой. 19.37. Такая интересненькая тоже. Но это уже к 8 марта. Тоже такие наборчики. Интересные. Интересные такие салатники. Я говорю, как у меня майка. Типа расколотый лед. Такие рисунки. 3,88 стоят салатники такие. Тарелка. Подставка. А, не, вот подставка для чая. Это что-то такое маленькое. Ну что, прикольно тоже, подставка для чая. Так, тарелочки тут у нас. Ну, чашки, кружки, чайные пары. Сервизы, чайная пара, 13,79. Такие наборчики. Всякие кружки здесь очень-очень много. Не знаю, может быть, мне что-нибудь типа вот такое купить. У меня до этого стакана была такая кружка. Вот, ну, для глинтвейна тоже Саша разбил. Саша много чего разбил. Вот такие вот разные. Надо посмотреть, даже вот такой вот. Ничего. Очень даже можно не взять на стакан еще какую-нибудь такую кружечку интересную. Тоже такие интересные кружки разные. По 6 рублей. Вот разные оттенки такие вот. Ну, мне, конечно, вот этот красный с оранжевым нравится, яркий. Если вообще, в принципе, такое смотреть. Так, ладно, пойдем посмотрим. А, вот внизу тут еще что-то есть такое тоже. Много. Ну, вот, типа такой вот у меня был с красным дном. Сейчас посмотрим. Такие стаканчики разные. Ну, вот здесь вот много интересного тоже. Коты вот самые разные. Ложка, подставка вообще под ложку. Чайнички такие вот всякие. Так, что тут у нас еще? Манежница. Блюдо для блинов с крышкой 69 рублей. Прикольное такое. Тортовница 70 рублей. Ну, тут тоже вот интересное всякое с рыбками. Что-то такое. Подставка, подложка, ничего такая. 12 рублей стоит. Она такая довольно тяжеленькая. Такие вот тоже. Интересно. Ой, а это что за чудо такое? Пирожное такое. Прикольно. Блюдо для пирожных. Интересно. Вообще прелесть какая. Такие желтенькие тоже. 10 рублей. Веселенькое что-то такое.
Лоток. Вот такой вот. Разные лотки. По 28 рублей, по 34. И чайнички. Смотрите, какие тоже интересные. 80 рублей эмалированные. 96 рублей. 102 рубля. Такие симпатичные очень. Разноцветные. Побольше такие. Ну вот, я себе выбрала вот эту вот кружку возьму. Она хоть не стакан, а кружка, но мне, в принципе, понравилась. 4,46 стоит. Вот здесь я ее внизу увидела, посмотрела и поняла, что ну, удобно. Мне нравится. Возьму ее. Не всегда у меня получается снять концовку видео, вы уж меня за это простите. Так иногда снимаешь, снимаешь и как бы думаешь, ну потом что-нибудь еще, а уже влог получается готовый и начинаешь снимать следующий, ну поэтому буду, конечно, стараться. Знаете, вот снимала видео буквально недавно про Child Free. Тема такая была, Child Free, люди за 50, жалеют ли они о своем выборе. YouTube это видео рекомендует, оно набирает просмотры, и поэтому очень много разных комментариев. В основном, конечно, комментарии адекватные, это здорово, такие вот умные люди пишут, действительно, такие вот свои какие-то истории, свое тоже мнение, так вот очень, ну, мне понравилось. Вот хорошо, когда вот действительно такие есть мудрые люди, так вот, ну, пишут. Но есть один комментарий такой, я не стала на него реагировать, типа, вы там такие сякие, розетки, там вообще не в строчку и не в тему написан. И кто-то из зрителей ему отвечает, вы вообще слушали, о чем видео, что вы такое говорите? Речь в видео о том, что каждый имеет право на собственное мнение, и это выбор каждого. И отвечает вот этот комментатор, да мне вообще плевать, там я там ничем не слушала, там ни одним местом, ни другим, но там был задан этот вопрос. Что вот, ну короче, вот знаете, вот, люди некоторые настолько не в адеквате, иной раз так вот даже почитаешь комментарии, диву даешься. Но я говорю, какое счастье, что все-таки я верю в то, что большинство хороших, умных, нормальных, адекватных людей, и очень приятно читать вот такие вот комментарии именно от таких людей. Вот такой получился влог, в принципе, показала посуду какую-то, выбрала себе все-таки не стакан, а кружку. Ну, я довольна, мне она нравится. Не знаю, что еще поснимать, придумаю какие-нибудь темы, потому что даже исходя из комментариев, тоже вот темы видео рождаются, можно так сказать. Всем спасибо, кто досмотрел это видео до конца. До новых встреч, пока!